Российские и американские военные расширяют сотрудничество в Сирии для того, чтобы контролировать соблюдение режима прекращения огня. Первые результаты работы обсудили руководители координационных центров по примирению враждующих сторон. И такое примирение действительно происходит. Не на словах, а на деле. Еще вчера они находились по разной линии фронта, а сейчас вместе исполняют государственный гимн Сирии. Символический момент, будто и не было 5 лет кровопролитной войны. На общий сход в город Дер-А приехали жители соседних населенных пунктов. Они находятся в так называемой зоне сопротивления, которая контролируется сирийской оппозицией. Боевики террористических группировок постарались сделать все, чтобы встреча сорвалась. Из 3 автомобильных колонн смогла прорваться только 1. 2 других террористы, угрожая расстрелом, развернули обратно. Из населенного пункта Эпта на сход смогли приехать только 200 человек. Мы здесь собрались для того, чтобы сказать «нет войне». Это исторический шанс установить мир на нашей земле. Наш общий враг – терроризм, и нам надо сейчас сосредоточиться на борьбе с этой угрозой. Жители населенного пункта Эпта документально подтверждают, что они встают на сторону сирийских властей. Очередь растянулась на 0,5 километра. Процедура максимально упрощена. Никаких вопросов. Достаточно заполнить специальное заявление, скрепить его подписью и отпечатком пальца. Взамен выдается официальная бумага, означающая амнистию от президента Башара Асада. Все жители Эпта безоговорочно поддержали перемирие. Представители так называемой свободной сирийской армии, бригады Аль-Ярмук и отрядов местной самообороны, которые до этого контролировали этот населенный пункт, подписали отказ от ведения военных действий против легитимной власти. Мы очень устали от этой войны, и это уже пора окончить. И спасибо вам, что пришли помогать окончить войну. Сегодня великий день. Мы смогли посмотреть друг другу в глаза и остановить кровопролитие. Мы вспомнили, что мы братья, и нам нечего делить. За минувшие сутки при посредничестве Российской Федерации заключены соглашения о примирении со старейшинами населенных пунктов Зайзун и Тель-Гихаб в провинции Дамаск. 27 февраля это уже 37-й подобный случай. Проведены переговоры с лидерами 6 вооруженных формирований умеренной оппозиции. В результате они согласились поддержать перемирие. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии круглосуточно наблюдает за обстановкой в зоне конфликта. Налажено тесное взаимодействие с американскими коллегами. В целом хочу подчеркнуть, что режим прекращения боевых действий между враждующими сторонами на территории Сирии соблюдается. В 4 провинциях наметился существенный прогресс в процессе примирения сторон. Состоялся телефонный разговор между руководством координационных центров с российской авиабазой Хмеймим и американской стороны Оман. Мы обсудили первые результаты режима прекращения боевых действий и выразили удовлетворение совместной работой. Госсекретарь США Джон Керри, в свою очередь, заявил, что наши страны договорились о создании системы, обеспечивающей проведение военных операций против террористов в Сирии. Российские военные подчеркивают, что ВКС продолжит наносить удары по террористическим группировкам. Накануне наши самолеты атаковали позиции Джабхат-аль-Нусра, севернее Алеппо. Также Россия и США согласовали процесс проверки сведений о нарушении режима прекращения огня. Подобных случаев фиксируется по несколько в день, не способствует нормализации обстановки и действия Турции. Мы обратили внимание на кадры вчера. Вчерашние съемки одного из российских телеканалов в районе расположенного у границы с Турцией сирийского города Этель-эль-Абьяд. На них зафиксировано оборудование турецкими военнослужащими огневых позиций и стягивание приграничную полосу бронетехники, из которых обстреливаются населенные пункты Сирии. Расцениваем эти действия как явно провокационные, способные привести к срыву процесса прекращение огня и примирение в Сирийской Арабской Республике. Тем временем на базу Хмеймим доставлено более 50 тонн гуманитарного груза. В ближайшее время он отправится в населенные пункты, где до недавнего времени шли бои. Олег Шишкин, Александр Потухов, Дмитрий Запарин, Первый канал, Сирия.